Должны ли родители помогать своим детям? Родители должны помогать своим детям до совершеннолетия. Они должны вырастить своих детей, дать им хорошее воспитание, обеспечить школьное образование, а высшее образование по мере возможности. Но самое важное, родители должны помочь ребенку определиться с его предназначением. Для этого надо в школьный период давать ребенка в разные кружки, секции, помочь выявить ему его таланты, способности, его склонности к какому-то делу. И тогда он легко сможет реализоваться в своей жизни. В этот момент очень важно не навязывать родителям свои желания, свои хотелки. Например, родители говорят: о, в семье нужен один медик. Да, давай, сынок, ты будешь медиком. Вот этого как раз таки не надо делать. Если ребенок определится со своими талантами, склонностями, то, что он хочет, то, что он может делать, у него есть на это желание и возможности, склонности, таланты, то тогда он с удовольствием и легко будет реализован в своей жизни, найдет свое предназначение и будет счастливым и успешным. А для этого может помочь СЮЦАИ, цифровая психология, на основе его даты рождения, на основе его врожденной данности. Поэтому обращайтесь, пишите запрос на разбор в личку, и я вам помогу с определением предназначения вашего ребенка. Удачи!